Всем привет, с вами Маханева Наталья, канал «Все сразу». И сегодня на 8 сентября 2024 года я хочу показать вам томаты сорт «Очарование». Большое спасибо Наталье в огород Депро, в которой я покупала эти семена. Семена шикарные, томаты шикарные. Московская область, несмотря на то, что у нас уже давно пришла фитофтора, томатики меня продолжают радовать. Даже несмотря на то, что я посадила их достаточно поздно и уделяла очень мало внимания. Вот видите, здесь кроме фитофторы еще какие-то болячки есть. Но тем не менее, у меня 4 томатика. Достаточно высокие. Смотрите, сколько было бы здесь еще завязей. Сколько было бы плодов, точнее. Но они еще продолжают завязываться. Смотрите, сколько там помидорок. Сейчас у нас будет очередной сбор. Я покажу вам, ну, конечно, не ахти, а обильный урожай, но тем не менее, как бы учитывая, что уже конец сентября, то думаю, что будет нормально. Ой, сколько же здесь было бы еще помидор. Вот, здесь, видите, уже активно похозяйничала фитофтора, скорее всего. Так, сейчас к четвертому подойду, с другой стороны покажу, потому что отсюда его не видно. Вот то, что я вам показывала с другой стороны. И четвертый помидорик. Тут завязи в основном остались. Внизу вот такие веточки. Томаты такого красивого ребристого вида. Но вот я продолжаю наслаждаться вот особенно первыми. Они прям там, ну я их еще не собрала, скажем так. Несмотря на болячки, помидор все равно еще много. Надеюсь, что они не почернеют, я успею еще поснимать их. Возвращаясь к первым кустам теплицы, которые мне больше нравятся. Хотя сорт один и тот же, но, может быть, я их сформировала по-другому. Хочу продолжить. На просторах интернета я увидела, что фитофтору можно победить, закрыв в солнечный день теплицу и доведя температуру в теплице до 42 градусов, но не выше 50. Завтра утром или днем, если будет такая возможность, попрошу супруга, если он не забудет, провести эксперимент с борьбой с фитофторой. И, естественно, в следующем видео я вам расскажу об этом. Я думаю, через неделю, если я начну вот с этого томата выкидывать гроздями черные помидорки, или соберу в следующую неделю с него же урожайчик, то, думаю, результат будет нагляден. До следующей недели. Всем мира и добра. Томаты сорт «Очарование». Меня он очаровал. Еще раз всем мира и добра.